что мяч у них держится и опять стремятся вперед. И вот кажется жесткий стык, но все живы-здоровы, по ногам друг друга не бьют. Теперь бы команда, которая после первого тайма вела 1-0, начала бы осторожничать, закрываться, да. Но давайте вспомним, 5-4 они сыграли с французами, причем уступали минус 2 за 15 минут до конца. И вот, я этого матча не видел, думаю, что вот так и укатали сборную Франции, да, своей игрой в пас. Мески демонстрирует выдающуюся технику, мяч получает Бубукин и опять ищет паса в Мески, но не доходит пас. Бубукин для удара, подходящая дистанция, бьет Бубукин, отбивает мяч Веденич, но как-то неловко добирается до мяча, и справа подлетает Митривели и сравнивает счет. 49-я минута, 1-1. Ну, процентов 90 гол Валентина Бубукина. Не очень ловко сыграл вратарь югославской команды в этом эпизоде. Удар, конечно, очень мощный, да, вот такой мяч еще по газону. То, что отпустил, вопроса нет. Вот, но как-то он не очень ловко.